Углубленную диспансеризацию смогут пройти все, кто болел ковидом. Таким пациентам, помимо обычных анализов, делают рентген легких, измеряют сатурацию и проводят еще несколько тестов. Кто может записаться на такой осмотр и как это сделать, узнала Анна Братушкина. Александра проходит углубленную диспансеризацию для тех, кто перенес ковид. Женщина переболела в июне, чувствовала себя плохо и долго лечилась. У меня наблюдалась температура, головные боли. Сейчас, в данный момент, я почему обратилась в поликлинику, у меня отдышка появилась и быстрая утомляемость. Поэтому я решила не затягивать. Углубленную диспансеризацию могут пройти все переболевшие ковидом. Главное, чтобы с момента выписки прошло не менее 60 дней. Всем таким пациентам, помимо стандартного набора анализов во время диспансеризации, предлагают сдать кровь на биохимический тест, сделать рентген легких, измерить насыщение крови кислородом, пройти тест 6-минутной ходьбой. Если результаты за пределами нормы, пациенту предложат второй этап – УЗИ сосудов, ЭКГ и КТ легких. По результатам направят к узкому специалисту и назначат необходимое лечение. С утра пришел, если пришел пациент натощак, значит, он сегодня сдаст у нас обязательно всю биохимию крови, сделает ЭКГ, сделает рентген, если показано, пройдет, если женщина необходима, там гинеколог, если по диспансеризации, все в пределах суток. Или мы уточняем, если она сегодня не может, значит, мы расписываем так, как удобно пациенту. Ну, максимально, ну, в течение 3 дней, через 2-3 дня пациент должен прийти на повторный осмотр к врачу, к врачу. В первую очередь на такую диспансеризацию приглашают тех, кто переболел тяжело и страдает сопутствующими недугами. Списки всех, кому ставили диагноз ковид, в поликлиниках есть. Даже если официально человек не был на больничном из-за коронавируса, он тоже сможет пройти обследование. Предъявить данные любого формата, ПЦР в прошлом, выписку откуда-то, он же может быть иногородний, там, ну, любую ситуацию. Неважно, что он предъявит, но желательно, чтобы он чем-то подтвердил факт перенесенной коронавирусной инфекции. Каких-то отказов в случае, если есть заявление, есть подтверждение перенесенной коронавирусной инфекции, быть не должно. Записаться нужно заранее. Сделать это можно на сайте госуслуги по номеру 124 и в регистратуре своей поликлиники. Анна Братушкина и Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.